Добрый день! Вы смотрите канал «Учимся на 5». Сегодня мы продолжаем занятия по английскому языку. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Приятного просмотра урока! Module 3. Unit 7A. My Animals. Listen and repeat. I can jump like a frog. Now you say. I can run like a horse. I can dance like a chimp. I can sing like a bird. I can swim like a fish. Let's sing. I can jump like a frog, boing, boing. I can swim like a fish, splish, splash, splish. I can jump and I can swim, I can dance and I can sing, and I can run and run and run, just like this. I can jump like a frog, boing, boing. I can swim like a fish, splish, splash, splish. I can jump and I can swim, I can dance and I can sing, and I can run and run and run, just like this. I can jump like a frog, boing, boing. I can swim like a fish, splish, splash, splish. I can jump and I can swim, I can dance and I can sing, and I can run and run and run, just like this. Hello everyone! Всем привет! Мы продолжаем обучение по программе Spotlight 2 класс. Spotlight 2. И сегодня мы с вами работаем на странице 64. Open your books at page 64. Open your books at page 64. 64-я страница. На прошлом занятии мы с вами начали тему My Animals. My Animals. Мои животные. И сегодня у нас с вами, ребята, вторая часть этой темы. У нас с вами вторая часть. My Animals 2. Мои животные 2, так скажем. И у нас здесь мы с вами на страничке 64 нам предстоит выполнить ряд упражнений на закрепление глагола can. Вот глагол can нам здесь встречался с вами на прошлой страничке. Вот он, найдите его. Повторите, пожалуйста, этот глагол can. Can.
can означает уметь, мочь. То есть кто-то что-то может, кто-то что-то умеет, да? Вот он наш глагол, здесь глагольчик can. На него обратите внимание, потому что сейчас во всех упражнениях он будет встречаться. Он нам сейчас везде понадобится. Итак, найдите у себя в тетрадочках, мы записывали глагол can. Могу, умею. Кто-то что-то может, кто-то что-то умеет. Итак, пожалуйста, exercise 1, упражнение 1. Look at the pictures, посмотри на картинки. Read the words, прочитай слова. Read the words. And make the sentences. И составь предложение. Read the words, прочитай слова. And make sentences. Составь предложение. Ребята, look at the picture, смотрим на картиночки. Давайте прочитаем эти слова. Давайте сначала слова прочитаем в первом столбике под циферками. Пожалуйста, читаем. Frog. Frog. Ребята, перевод этого слова кто помнит? Лягушка. Bird. Bird. Перевод птичка, верно. Chimp. Chimp. Кто знает перевод? Шимпанзе, верно. Fish. Fish. Переводится рыба, верно. Horse. Horse. Как переводится это слово, ребята? Лошадка, верно. Вот все картиночки у нас есть. Frog, bird, chimp, fish, horse. Okay, good for you, молодцы. В первом столбике у нас название этих животных, название этих зверей, да, и птиц. А во втором столбике, ребята, давайте прочитаем слова. Sing, sing. Кто помнит, как переводится глагол sing? Что делать? Петь, верно. Jump, jump. Что делать? Прыгать. Swim, swim. Что делать? Плавать, молодцы. Run, run. Что делать? Бежать, правильно. Dance, dance. Что делать, ребята? Танцевать. Итак, вы уже догадались, какие предложения нам нужно составить. Верно, о том, кто из этих животных, из птиц, что умеет, что может делать. Ребята, мы всегда с вами очень внимательно должны смотреть на образец. Итак, внизу number one, первое предложение нам автор уже составил. Это образец. Читаем его и переводим на русский язык. A frog can jump. A frog can jump. Мы взяли первое слово, мы пойдем по порядочку. Итак, переводим. Frog – это лягушка. Лягушка умеет прыгать. А jump здесь нам нужно будет искать не по порядку в этой колоночке, да? А мы пойдем по вот этой колоночке по порядочку. Первое – про лягушку. Составили. Лягушка умеет прыгать. Ребята, очень внимательно смотрим на образец. Что еще добавляется в этом предложении? В начале слово «a», оно не имеет перевода, оно ставится для вежливости. «A frog» мы добавляем «a». И затем у нас предложение связывает глагол «can». После подлежащего, да, лягушка, мы всегда будем с вами ставить глагол «can» «умеет». Итак, составляем предложение. Number two. Пишите в тетрадочках. Если вам задали в школе письменно, пишите. Запишите предложение. Если устно, то давайте потренируемся с вами устно, да? Пожалуйста, number two. Циферка 2. Ставим для красоты «э». A bird. Птичка, да, a bird. Глагол can умеет. Что умеет птичка, ребята? A bird can, верно, sing, петь. A bird
can sing. Мы написали предложение про птичку. Птичка умеет петь. A bird can sing. Окей. Number three. Третье. A chimp can. Пишем глагол наш can. A chimp can. Что умеет обезьянка, ребята? Верно. Мы выбираем слово dance. Dance. Танцевать. A chimp can dance. Все слова складываем, получается предложение. A, потом берем chimp, потом берем can и потом берем dance. A chimp can dance. Обезьянка-шимпанзе умеет танцевать. Дальше. Fish. A fish can swim. A fish can swim. Рыбка умеет плавать. И последнее, пятое, number five. A horse can run. A horse can run. Лошадка умеет что делать, ребята? Бежать, бегать. Давайте еще раз с вами прочитаем все предложения, которые у нас получились. Первое про лягушку образец. Читаем вслух. A frog can jump. Второе про птичку. A bird can sing. Третье. A chimp can dance. Четвертое. A fish can swim. Пятое. A horse can run. Вот мы с вами рассказали, написали 5 предложений про то, что умеют делать наши животные и птицы. А теперь мы поговорим о том, что умеют делать наши ребята. Это упражнение 2, exercise 2, упражнение 2. Ребята, нам нужно составить такие же предложения, только про наших ребят. Давайте прочитаем имена детей. Larry, Larry, Lulu, Lulu, Bob, Bob, Peter, 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 мальчик Питер, по-английски Peter, по-русски переводится Петр или Петя. Итак, ребята, пожалуйста, мы с вами смотрим на образец внимательно. Читаем. Larry can dance. Да, мы должны сами здесь вспомнить глаголы. Что делать? Да, танцевать, петь, прыгать, например, да? Итак, ребята, пожалуйста. Larry can dance. Переводим. Larry умеет танцевать. Посмотрите, да? А теперь точно так же составляем про Лулу. Пишем. Лулу can, мы берем обязательно глагол can, умеет. А дальше какой глагол, ребята, мы напишем? Кто догадался? Верно, вот он был здесь, это глагол jump, прыгать. Jump, jump. Что получилось? Lulu can jump. Lulu умеет прыгать, верно. Number three, третье предложение про мальчика Боба. Пишем. Bob can, умеет, Bob can, а дальше смотрим на картиночку. Ребята, он собирается нырять в воду, значит, он что у нас умеет делать? Конечно же, плавать, swim, swim. Что получается? Три слова. Bob can swim, Bob can swim, Bob умеет плавать. И, наконец, про мальчика Питера. Питер. Питер can. Что он умеет делать? Ребята, посмотрите, пожалуйста, на картиночку, да? И тут у нас, оказывается, есть повторение, да? Потому что здесь это тоже у нас прыжок, да? Это тоже прыжок. А прыжки, прыгать, это jump. Итак, пишем. Питер can jump. Peter can jump. Питер умеет прыгать. Ребята, у нас получилось с вами повторение. Да, посмотрите. Lulu can jump.
умеет прыгать. And Peter can jump. И Питер умеет прыгать. Но, ребята, я считаю, что здесь нарисовано там и там прыжок. Да? Повторим все четыре предложения вместе. Larry can dance. Читаем. Lulu can jump. Bob can swim. Peter can jump. Okay, good for you, молодцы. А мы с вами переходим на страничку 65. Page 65, страничка 65. Look at the pictures, посмотрите на картиночки. Песенка о том, что умеет делать наш Чакл, да, наш друг Чакл. Ребята, задание такое. Sing a song. Спой эту песенку. Но, пожалуйста, спойте ее сами дома, да. Пройдите по ссылочке под моим видео и прослушайте эту веселую песенку о том, что умеет Чакл. А мы ее с вами просто споем и просто, пожалуйста, прочитаем. И переведем на русский язык, да? Что умеет делать Чаклс? Читаем. Ребята, заметьте, сегодня новых слов нет, потому что все достаточно здесь у нас легко и понятно. Читаем. I can jump like a frog. Переводим, ребята, что сказал Чаклс? Look at the picture, посмотрите, вот на этой картиночке. Я умею прыгать, как лягушка. Действительно, да? Второе. Boing, boing. Буковка Г на конце, она никогда для красоты не читается. Мы ее как будто не видим. Boing, 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 boing. Ребята, а boing, boing – это звук прыжка. Ну, как бы можно по-русски сказать. Прыг, прыг. Это как звук прыжка. Boing, boing. Третье. I can swim like a fish. Переводим. Я могу плавать как рыба. Вот картиночка, да, ребята? Я могу плавать как рыба. Splish, splash, splish. Ребята, а splish, splash, splish – это звук, когда вода булькает, когда в нее кто-то ныряет. Но по-русски можно перевести или это как звуки брызг. Шлеп-шлеп-шлеп, например, как будто об воду, да, вот это шлепают. Я могу плавать как рыбка. Шлеп-шлеп-шлеп, брызги летят. Это звуки такими словами передаются в английском языке. Читаем дальше. I can jump. And I can swim. Я умею прыгать, и я умею плавать. I can dance, and I can sing. Ребята, посмотрите, он говорит, я умею танцевать, и я еще умею петь, да? Я умею танцевать, и я умею петь. And I can run, and run, and run. Just like this. И я могу бегать, и бегать, и бегать. Вот эта картиночка, да, run, бежать, run, 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 бегать. А вот это выражение, ребята, just like язычок. This, this. Оно переводится вот так. То есть он нам показывает, да. И я могу бегать, 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 вот так. Вот он нам показывает. Итак, ребята, читаем по-английски красиво, внимательно эту песенку. I can jump like a frog. Boing, boing. I can swim like a fish. Splish, splash, splish. I can jump and I can swim. I can dance and I can sing. And I can run and run and run just like
this. Окей, молодцы, ребята, good for you. Прослушайте песенку, постарайтесь ее спеть, да, и учите, и повторяйте, пожалуйста, слова в английском языке. Чтобы хорошо читать, нужно знать слова, да, учите слова. На сегодня все, до свидания. That's all for today. Goodbye. Module 3. Unit 7A. My animals. Listen and repeat. I can jump like a frog. Now you say. I can run like a horse. I can dance like a chimp. I can sing like a bird. I can swim like a fish. Let's sing. I can jump like a frog, boing, boing. I can swim like a fish, splish, splash, splish. I can jump and I can swim. I can dance and I can sing. And I can run and run and run, just like this. I can jump like a frog, boing, boing. I can swim like a fish, splish, splash, splish. I can jump and I can swim. I can dance and I can sing. And I can run and run and run, just like this. I can jump like a frog, boing, boing. I can swim like a fish, splish, splash, splish. I can jump and I can swim. I can dance and I can sing. And I can run and run and run, just like this.